Вот. Всем привет, вот мы тут идем. Вот, покажи на карте, где мы уже. Ну, где-то, я так полагаю, вот это Загубинка. Вот. Вот она, сама Загубинка. А мы... Давай так вместе. Я буду рассказывать, ты будешь показывать, да? Вот она, это Загубинка на карте. Вот она, да? Так полагаю, что вот она. Ага. Да, ну. А это остров. А это остров называется Троглавица. Вот мы сейчас по нему мы пойдем. Да, и пойдем. Ну, пойдем посмотрим. Там по нему, не по нему. Но здесь вот сразу видно вулканный вот. Вулкан шел. Как лилось с вулкана лава. Ее вот очень хорошо видно. Вон они эти из лавы всякие штуки. И здесь такая тихая бухта, которая природная вода чистая. И главное, смотрите, здесь нету этих ежей морских, да? Сами, а вон какие-то вот черненькие ракушки маленькие. Здесь можно эту бухту переплывать, например. Кто-то хочет купаться, здесь возможность покупаться. Смотрите, как скала прямо шла. А там в центре какая-то мель. Видно? Видно ее, да? О, да. Чистили. Не, вряд ли вычистили. Он, видимо, они сюда не заходят. Да, теплая, кстати. Купаться будет? Молчан. Идем почаще. А где, не знаю. Чаще покажи, бубнишь что-то там. И говори красиво. Они бубни и телефон в землю не опускай. Вот, мы идем, заворачиваем. Идем вперед. И все дальше и дальше. Забреваем. Вот. Сейчас. Все, идем. Ой, скоро обойдем эту. Этот участок земли нужно трудом. О, смотрите, там речка. Да, выходим к оазису. Ура! О, вот это хорошо. Да. Смотрите, какая долина. Посмотрите, меня герой, поснимите обязательно. Привет. О. Оазис. Да, но сдаваться мы не будем. Мы должны обойти весь лес. Вот идет с рюкзаком. Смотрите, какая бухта. О. Вода теплющая просто. Так. Идем. По воде не получится. Что снимаешься? Снимаю, как мы идем. А, все, я сейчас заканчиваю. Итак, всем привет. Мы идем в церковь. И мы нашли тут огромную ракушку. Да, эта ракушка очень большая. Посмотрите. Первый раз вижу такое. Моя мужская огромная ладонь. О, видите, насколько она больше. О. Ракушка тут, наверное, была какая-то раковина. А вот мы идем в ту церковь, которой,
когда-то давно жили отшельники, пытались спрятаться от людей. И вот мы пытаемся их найти, там она уже разрушена, но якобы там вот, когда-то они ушли от цивилизации, да. Вот именно туда прятались. Да. А вот цивилизация в нашем виде с телефонами. Может, они еще там? Ну да. Все. Нет, мы идем берегом моря. Да, мы заканчиваем следующий репортаж, когда мы будем там. Всем привет, сегодня мы пришли из нашего домика. Вот, и идем туда. Вот. В горы, прямо в горы, вот сюда. Вот. Сейчас мы повернем налево. Пойдем прямо в магазин, чтобы покорение гор. С голоду, чтобы горы нас там не покорили. Ага. Купим хлеба. Все остальное нас будет мусорники. О, вот мусорники. Иди, покажи сюда. Мы вот идем вот туда. О, туда. Сейчас еще раз вот покажи. Вот туда. Ну, вот сюда. О, вот сюда. Да? Да, но куда уж мы дойдем, я не знаю. Уже вроде... Ну как? Ну куда? Туда. Да, но мы... Ну куда? Мы же смотри, а как мы туда дойдем, если надо, значит, идти вот так, мы, а не так? Мы туда идем. А как? Типа соединено и посередине моря? Нет, ну я на наш. Или там мост где-то. Вот, вот где мы. А, идешь, идем. Как мы дойдем до сюда? Карту покажу. Вот у нас карта есть. Карта, да? Так, показывай. Значит, мы, да, вот мы начинаем свой путь отсюда. То есть идея у нас такая, что мы идем по вокруг этого острова. Еще здесь будет населено. То есть покорить вот этот вот маяк. Вот, и с маяка потом по этим тропам как-то вернуться обратно. Как-то. Как оно все это получится? Ну, посмотрим. Да, но мы не сможем но на гору забраться. Самая главная наша задача — это искупаться и хорошо отдохнуть. Ну, ее мы уж выполним. Все. Выключай пока, вот этот корреспондент. Да, сейчас я закачу свой репортаж.